Добрый вечер, это проект в центре, в студии Сергея Брага. О них говорят всегда и везде, вне зависимости от их состояния. Это цены. Об этом поговорим сегодня и мы с кандидатом экономических наук Людмилой Сафроновой. Добрый вечер, Людмила Михайловна. Добрый вечер. Людмила Михайловна, бывает ли так, что цены могут резко понизиться или резко повыситься? Что должно Но, предшествовать этому явлению? Такие ситуации могут быть в период вот, кризисов экономических и это наблюдалось, но как правило это все-таки резкое повышение цен, резкого снижения цен давно не наблюдалось, причем ни в отрасли там ни продовольственных товаров, продовольственных в отрасли услуг, ну не было резкого снижения, так примерно зафиксированы, допустим цены были, скажем там на уровне прошлого года, там или на уровне ряда лет фиксированы цены были, вот в частности на услуги ну а повышение цен может связано быть вот только с кризисами, причем кризисами масштабного характера, когда наша экономика зависит от стран экспортеров, соседей. Ну и, соответственно, под влиянием вот этих стран движение цен там происходит движение цен. Ну и у нас и вообще во всей зоне взаимоувязаны с продуктами или с товарами, которые поставляются друг другу в эти страны. Если цены падают, значит это кому-нибудь нужно. Вот у нас такое необычное явление произошло буквально на днях. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, если, как вы говорите, кому-нибудь нужно, скорее всего, если это речь идет о продуктах питания, то, скорее всего, может быть ликвидация залежалых товаров, запасов. Срок годности подходит, может быть, истекает. Знаете, как лучше распродать по заниженным ценам, чем ну, выбросить. То есть говоря. объективных причин для снижения? Объективных да? для снижения нет, потому что, в принципе, уровень инфляции за 2012 за 12, вернее, год где-то 10, около 10,4, по-моему, 10,5%. Хотя планировался он больше, 12%, но ну, был чуть меньше там, за счет ряда факторов. Но не маленький, в общем-то, уровень инфляции, не маленький, поэтому снижение цен обосновать. Вот. Единственное, что возможно, изменились, допустим, поставщики. У поставщиков изменились тоже ценовые условия, и тогда возможно некие небольшие снижения цен. Может как, быть. как вообще сейчас формируются цены на ту или иную группу товаров? Ну, цены, от чего они зависят? Цены на любую группу товаров зависят прежде всего от себестоимости, от затратной части. Значит, затратный механизм плюс налоги, включаемые в цену, косвенные налоги, вот акциз для подакцизных товаров, НДС, ну, которого у нас нет, но зато он есть в соседних странах везде. Ну и основная составляющая еще уже там идет транспортная составляющая, если это опять же экспортные импортные товары. Ну и плюс внутренние надбавки, вот уже торговые надбавки для реализации, которые условия необходимые для реализации, они требуют затрат тоже. Вот как бы схема формирования цен, она... То есть вот в этом и надо искать. Да, она такая, да. Либо э, снижение себестоимости, э, либо снижение ставок вот этих косвенных налогов, таможенных пошлин, они тоже включаются в себестоимость. Поэтому здесь есть такой, знаете, спектр для э, снижения цен ну, э, какой-либо продукции. Потому что, допустим, для подакцизной продукции нет смысла снижать цены. Акцизы... Доход приносит стабильный в бюджет, во-первых, а во-вторых, э, они же предназначены в основном для продукции, которая, ну, скажем так, вредна для здоровья или продукция роскоши. Поэтому, ну, есть акцизы, и снижать их. Вот Молдова поднимает акцизы. Ну, собственно, поэтому у нас цены, э, допустим, на табачную продукцию тоже поднимаются в связи с этим, э, возьму именно из Молдовы. А как Тут формировались как бы цены в Советском Союзе? А вот тот же механизм был. Тот же механизм, единственное, допустим, что были разные варианты формирования цен, допустим, отраслевые, вот поручалось, допустим, соответствующим отраслям промышленности разработать цену на продукцию через те предприятия, которые производят эту продукцию. И дальше вот был такой механизм утверждения цен, принятия их, непринятия, там, доработки. Ну и потом более жесткий был механизм регулирования цен. Это правда, больше было мер воздействия и прямого, и косвенного на цены. Ну и не было рыночной экономики, потому что при жестком регулировании теряются вот эти вот именно рыночные механизмы. У нас в прошлом году начали? государство начало возвращаться в реальные секторы экономики. Как далеко от этого возвращения до реального воздействия контроля над ценами со стороны государства? Ну, вы знаете, контроль он существует, он есть вот в частности, допустим, в девятом году, когда кризис и до нас добежал, цены, допустим, на все услуги были зафиксированы, хотя они могли скакнуть и очень сильно скакнуть. Вот коммунальные, жилищные, бытовые услуги. Их зафиксировали вот до практически вот 2013 года, они были где-то примерно ну, равные, там чуть-чуть, может быть, плюс-минус. Вот это один, одно из проявлений регулирования цен именно социально значимых и услуг, и продукции. Цены на хлеб, цены на молочную продукцию, то есть все, что входит вот в перечень социально значимых. Детские товары, лекарства, все это, в общем-то, контролируется. Контролируется торговыми надбавками, размером максимальной торговой надбавки, уровнем рентабельности, которые, допустим, в хлебную продукцию, хлебобулочные изделия, максимальный уровень рентабельности может быть заложен 5%, не более. Хотим мы или не хотим, они не поднимутся, если не увеличится себестоимость. Вот часть такая весомая в цене товара – это себестоимость. На ваш взгляд, контроль государства должен быть жестче или он достаточен сейчас? Ну, вы понимаете, говорить жестче, наверное, нет смысла. Контроль есть. Другое дело, что, может быть, он должен быть более, понимаете, как вот, когда... Общество знает, что контроль существует, да, какие-то, не знаю, может быть, передачи, может быть, знаете, вот как по центральному телевидению, по российскому контрольная закупка, типа, допустим, да, люди знают, что контролируется, регулируется, отслеживается. Но когда общественность знает, это много значит, допустим, если где-то что-то замечено с ценами, можно обратиться в соответствующие органы. У нас как-то все вот сглажено в этом плане. Вроде бы регулирование есть, но вот как бы четко, чтобы оно прослеживалось. Проверки цен, на предприятиях проверки цен на рынках как они сформированы почему допустим перед праздниками резкое повышение цен но ну, в принципе нормально как бы ажиотажный спрос как всегда ну нормальное явление да нормальное явление повышается спрос продавцы повышают цены это как бы закономерно ну и каждый год это происходит но тем не менее можно допустим несколько вот подавлять рост цен допустим за счет проверок вот основания для повышения цен ведь нет. Почему повысили цены там? На, ну, на молочную продукцию? Ладно, это объяснимо, потому что период зимний всегда сложно с молочными продуктами, это мы понимаем, и это тоже объективно, и каждый год это можно заметить. Молочная продукция, мясная, как бы есть такое, замечается, но в этом году был резкий вот скачок предпраздничный на вот продукты, и на кулинарные изделия, и на кондитерские изделия, и на фрукты, как бы вот был такой скачок, то есть, наверное, вовремя в Вмешиваться именно в рыночные цены. Понятно, что они пляшут от спроса, но не до такой степени, что, допустим, там на 8-7% вот резкое повышение цены, а потом-то они, как правило, не снижаются. Вот И после повышения. Если Какая? вот на примере господин Улитка говорил о том, что у нас есть ценовой сговор по мясу, что нужно сделать для того, чтобы этого ценового сговора не было? Как противостоять этому? Ну только вмешательство государства. Сговор ⁇ это некая монополизация, получается, в вот отрасли. Значит, вмешательство государства тоже регулирование либо тех же торговых надбавок, либо, допустим, предельного уровня цены. Вот выше, установили предельный уровень, выше нельзя. Ну, есть механизмы именно вот прямого вмешательства в цены государства. А сговор другими путями, ну, вряд ли можно... Ну как, вот договориться с ними, давайте, товарищи, не будем повышать цены. Ну, в Советском Союзе спекуляция была, статья была за спекуляцию. Ну, не метод. Ну, вот спекуляция, в нашем понимании, это коммерческая деятельность. Знаете, раньше это была спекуляция, а сейчас это купля купли-продажи, коммерция. Там купил, здесь перепродал. И ничего в этом плохого нет, люди выживают, в общем-то, по-разному. Кто-то остался, вы же знаете, вот большинство предприятий не работает в полную мощность. На многих предприятиях сокращения и такие глобальные сильные сокращения. Людям вот возраста от 45, допустим, там до 55-60, продуктивный еще возраст, им что делать? Ну вот занимаются коммерцией очень многие, выживают семьи внуки, дети. То есть ну, нет ничего страшного в спекуляции, на мой взгляд. То, что она сейчас другой облик приняла. Людмила Михайловна, прогнозы на этот год, на ваш взгляд, будут ли цены дальше расти и насколько? Ну, как показывает январь, уже рост цен в полтора где-то примерно процента, вот за январь. Ну, объяснимый тоже фактор, потому что несколько повысились цены в соседних странах, а вы же знаете, у нас около 80% продукция возимая, возная. То есть так или иначе, если у них будет повышение цен, у нас оно будет тоже. Другое дело, вот на сколько будет повышение. Украина вступила в ВТО. Наверняка цены вырастут там значительно. И наверняка вся импортируемая в Приднестровье из Украины продукция тоже поднимется в цене. Вот прогноз в 10-12 в 12, даже 13 процентов на вот текущий год, ну, наверное, он реальный может быть, будет и несколько больше. Может быть. Вот как сложатся цены в соседних странах в связи вот со вступлением, например, Украины в ВТО. Там уже идет бум о значительном поднятии цен, тарифов. Это Поэтому... и на продовольственные, и на непродовольственные. Да. А смотрите, поднятие, допустим, цен на электроэнергию, оно скажется на любом производстве, значит, до э, хлеба. да, затратная часть увеличится до того же самого хлеба, поэтому э, газ то же самое, оно, оно все по цепочке идет. Ну, как мы увеличение. можем, я боюсь сказать это слово, противостоять? противостоять только государственным регулированиям, только вот прямым вмешательством в ценообразование. что вот опять я повторюсь, были цены зафиксированы в период кризиса, потому что если бы их повысили, ну сложно бы было выжить вообще нашему народу вот в девятом десятом году, зафиксировали, значит есть возможность, да тяжело бюджету, но тем не менее механизмы отработаны, есть они. Я Обратная ярко... сторона этого фиксирования есть какая-то негативная, кроме того, что тяжело бюджету. Потом оно не аукается на гражданах. На гражданах оно не аукается, наоборот, граждане знают, что цены не поднимаются. Знаете, это, во-первых, спокойствие, да? Нет вот ажиотажной вот этой тоже спекуляции даже на товарах, допустим, потому что знают, что относительно стабильны цены. Это всегда и стабильность внутри страны, внутри региона. Ну, особых негативных последствий вот после того, как, допустим, они были зафиксированы, и потом вынужденный будет рост, если он значительный, то, ну, сами понимаете, это опять вызовет негативную реакцию населения, и бременем ляжет опять же на население, потому что пользуемся мы товарами и услугами. Вы же видите, что цены устанавливаются свободно у них, потому что нет конкуренции, нет аналога этим услугам. Если, допустим, в связи еще можно, ну, где-то кто-то молдавской связи пользуется, кто-то украинской, то есть некая тут олигополе уже просматривается. Если тут еще можно манипулировать, то вот как быть с, горю с горюче-смазочными материалами? Ну, многие, опять же, выезжают на Украину, заправляются там, потому что в Молдове дороже, даже чем у нас дороже. Есть много вариантов, связанных с тем, чтобы монопольно высоких цен тоже не было. Во-первых, можно обложить, допустим, доходную часть по повышенной ставке налога. Вот вы назначаете высокие цены, монопольно высокие, значит, будете больше платить налог в бюджет. Это, в общем-то, неплохой механизм. Ну, либо вот есть механизмы я говорю, установления предельного роста. Установили, выше нельзя, все будьте любезны соблюдать вот эти установленные правила. Поэтому здесь, здесь только роль государства прослеживается, потому что нет конкурентов, все, этим все сказано. Когда есть конкуренты на рынке, тогда там уже взаимное вытеснение друг друга и игра с ценами тоже имеет место. Спасибо большое, Людмила Михайловна. Пожалуйста. Это был проект «В центре». В студии работал Сергей Брага. Разговор о ценах мы продолжим в итоговой программе «Точка отчета» в воскресенье в 21.00. До свидания.